Привет, ребята! С вами я, Влад. И сегодня мы будем продолжать играть игру под названием «Растения против зомби». В прошлый раз нас не видели. Давайте посмотрим, что здесь. Есть самый сильный, это какой-то джи-джи. Окей. Айда, ребята, подождите. Придется немного. Без звука неинтересно, ребята, играть. Вот вообще неинтересно. Сразу понятно, что один этот играет, поэтому ставим второго. Тупик. Thanks.
теперь остается только ставить вот этого и вот этого. Но теперь это опять эти дурацкие момент, я его заморожу. Надеюсь, оно не отрывается. Я гайды посмотрю. Что это? Что это? А, все, понял. Это, кстати, ребята, я так понял, очень лютая имба. Потому что это называется грипп судьбы. Взрывается и делает настолько жесткий бабах, то что это можно сказать, ваш шот не почти что любого, только самый сильный сильных зомби ваш не выносит. Газонокосилки, я так понял, очень сильно помогает нам. Тревога.
Давай.
угадал. И кто она здесь? Не, легко. Что? Я не могу его выбрать. Я Влад, и всем пока!